Здравствуйте, с вами снова Александр, и в продолжении обзоров на бренд Комби сегодня я вам расскажу о их самой лютой версии, скажем такой, своего рода гибридная коляска для путешествий подходит, для зимы подходит, на осень, на весну. Ну, короче говоря, она всесезонка, в том числе и для путешествия. Это большая редкость. Вот. И уникальность ее в том, что это всесезонка с большими колесами и не с реверсивным блоком, а с перекидной ручкой. Вот. Вы видите, да? Вот такого рода колясок особо на рынке-то и нет. Это, по сути, единственная в своем роде колясочка. И называется она Комби Мега Райд. Вот, собственно, она перед вами. В двух словах, технические характеристики. Колясочка подходит для детей с самого рождения и до 4 лет. Это приблизительно до 18 килограмм веса ребенка вам хватит этой колясочки. Ну, это как раз таки где-то есть 4 года. При том, что сама коляска, она весит всего 6,8 килограмма. Она внедорожная, ну, конечно, это не вот там по горам лазить, но для города и сельской местности хватит за глаза. Вес 6,8 килограмм, это действительно круто. Ладно, давайте перейдем к изучению. Начнем мы с ручки. Ручку отмечу, ее толщину у ручки. Толстый хват, мне вот это очень нравится. Хват, когда толстый, вы уверенно держите, как-то вот, не знаю, мне так нравится. И вот прорезиненная такой губка или что-то в этом духе, здесь обито все. По высоте ручка не регулируется, вот, но перекидывается эта ручка, вот вы видите, да? И покатили. Кстати, замечу еще один момент. На мой взгляд, вот когда ручка перекинута, снега навалило, перекинули, и вы здоровыми колесами едете вперед и пробиваете себе дорогу. Это очень удобно. Они не завязнут так, как могут это сделать передние поменьше. Вот такой небольшой момент. Мое наблюдение, как мне кажется, будет так лучше. Что касается материалов, материалы, в принципе, очень добротно используются, приятный, тактильно такой скользкий немножко материал. Также у нас есть смотровое окошечко для ребеночка, на кнопке, а не на магнитике. Вот, собственно, козырек в штатном режиме выглядит вот так. Но можно его немного увеличить, отсоединив крепление и увеличив его еще на две секции. В принципе, закрывает ребенка полностью. А если мы еще отпустим ребенка поспать, вот вы видите, он полностью до ножек закрыт. Это очень недурно, я считаю. Регулировка, кстати, осуществляется здесь способом простым. Тросиками натягиваем, все, сзади здесь тоже есть вентилируемое окошечко, летом можно будет открыть, если нужно, чтобы проветривалось. Так, давайте теперь изучим с вами само сиденье. Сиденье, вы видите, оно реально большое, широкое и очень-очень высокая спинка. И это вообще просто прям до самого конца идет спинка. Действительно высокая. Это мне очень нравится. Я считаю, это удобно. Ширина, длина, здесь все нормально. Единственное, нету подножки, чтобы полностью ее выпрямить. Ну, нет и нет. Зато вот эта часть очень сильно мягкая. Я вот такой мягкости, смотрите, да? Как ортопедический матрас. Здесь своего рода такая амортизация. Кстати, все вот эти ткани, они дышащие. И летом ребенок особо не преет. Это тоже здорово. Что касается безопасности, стандартные пятиточные ремни. На плечевых зонах здесь нет мягких накладок. На паховой здесь, вот смотрите, просто сам ремень широченный. По сути, альтернатива мягким накладкам. И, конечно же, бампер откинули, посадили ребенка. Он как калиточка убирается в любую сторону. Это здорово.
Так, все, это что касается сидения. Так, давайте теперь посмотрим с вами на багажничек. Багажник тут реально лютый, большой багажник, очень глубокий. На основании снизу есть специальный пластиком закрытые пластины, которые дают жесткость. Он никак мешок не будет провисать у вас. Это тоже здорово. Так, что касается колес. Колеса здесь, естественно, они не резиновые. Это полиуретан, такой достаточно мягенький. Вот, спереди у нас двойные колеса с возможностью блокировки. Вот, сзади одинарное колесо. Кстати, замечу, амортизация здесь очень приличная. Она прям действительно мягенькая колесочка, я даже не ожидал. Вот, и давайте сразу на тормоз обратим внимание. Вот нажимаем, заблокировали. Каждое колесо здесь блокируется, видите, отдельно. Хотите жестко поставить, нажимайте на обе части. Вот, вот так это все выглядит. Так, давайте теперь сильную сторону посмотрим этой колясочки, то, как она складывается. Для того, чтобы сложить здесь... Два этапа. Оттягиваем одну кнопочку и нажимаем другую. Все, ставим. Вот она в сложенном виде. Она у нас может стоять без проблем. Ее можно катить без проблем. Вот вы видите, да? Она, конечно, крупновата. Ручной кладью ее никто не возьмет. Ну и не надо, в принципе. Она просто у трапа сдастся. И потом вам ее выкатят. Зато, блин, слетали, отдохнули, и у вас целый год реально хорошая проходимая коляска в городе. Ну, реально неплохо. Ветер резко подул, еще что-то. Перекинули пыль. Вот летом это проблема, на самом деле. Пыль полетела. Вы с одной стороны, вы перекинули ручку и идете, чтобы ребенку в лицо это не летело. Не знаю, для меня бы это было очень круто. Жалко, в моей коляске в свое время такого не было. На мой взгляд, здорово. Вот, в принципе, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. По ощущениям, неплохая коляска. Как говорится, практика покажет. Отзывы послушаем, посмотрим, что реальные пользователи скажут. Но по моим первым ощущениям, коляска достаточно добротная. Необычная. Опять же, вот японцы делают все не как у всех. Сделали такую из летней, принципиально летней коляски, скажем так, весенней, осенне-летней, конкретную всесезонку. Такого я еще нигде не видел. Реально зачет, молодцы. Хорошо это у них получилось. Вот, поэтому если что-то в этом духе ищете, и с перекидной именно ручкой, вот им проблема именно всегда. Есть реверсивный блок, надо снимать, ставить, но очень мало всесезонок с перекидной ручкой. Даже их, в принципе, не знаю, на мой взгляд. Вот это особо единственный вариант. Поэтому вот уникальное такое своего рода предложение на рынке. Поэтому, как говорится, надо брать. Вот, в принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Хочу поблагодарить магазин «Первую коляску» за то, что предоставили на обзор коляску комби. А если это видео вам было полезно, интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень помогает мне делать для вас новые обзоры. И я, в свою очередь, хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. Всего доброго, до свидания.